пиво на кебрадена! Привет, друзья! Сегодня мы смотрим веселые видосики и поднимаем настроение. Ставьте лайк и погнали! О, белый тигр! А он толстенький. Всегда найдется друг, который испортит фотографию или видео. Я не хочу в садик! Я не пойду! Не пойду в садик! Я не буду одеваться! Не буду! Иди сюда! Это я в детстве. А я так не делал никогда. Теперь понятно почему. Трехочковый. Ах, вот зачем нужны дети. Dang, bro, you all right, man? Этот парень стал баскетбольным мячом. Смотри, не попадись к мужику из предыдущего видео. Пацаны чилят. Даже когда в городе природная катастрофа. И настроение поднимается. Девочка снимает, как мама танцует. А, нет, она снимает себя, она перепутала камеры. Будь здорова, девочка. Oh my gosh. What do I do? Ребята, всегда смотрите, куда идете. Я, конечно, много всего видел, но это что-то новое. Табасаранский туалет. Наверное, так выглядит туалет у Аладдина. Если сиську поцарапал, помажь этим кремом. После него не хочется ругаться и браниться. Иду с дедом в лес за грибами. Дед, который перепутал грибы. Нет, это Мия Бойко, после 3 лет хождения по лесам. Я Магомед Зайналов, ни хрена себе. Моему сопернику мы сожрем руки, потом ноги, потом сдерем его морду прямо с черепка. Он превратится в безрукую, безногую, безглазую какашку, болтающуюся в канализации. Что я такое? Мы Веном. Я потерпел сокрушительное поражение. И настроение поднимается. Почему она не уходит? Думаю, что она покушала. Девочки, фу, как можно срать в подъезде. Парни... Ну, я думаю, что маэстро там не насрал, а выложил свое произведение искусства. Сейчас что-то произойдет, 100 пудов. Какие там устойчивые петли. Надо бы такие же прикупить для своего гарнитура. Ладно, ладно, мужик, я куплю твой арбуз. Ладно, ладно, я куплю все твои фрукты. Свинер, меркурица, шприц, коровка передач, свинтовка, соловей. Отличный шлакоблок у нее. А я тоже такие знаю. Люляки-бабочка, баклажан, пекинесквик, капибарби и трусыч. О, нет! Ребята, поддержите этого пацана лайком. Ему теперь всю жизнь говорить голосом Дональда Дака. Hello. Алло! Отличная шутка, братан! Я надел костюм, тем временем мама. Девки, берегитесь, сучки! Девки, сучки, берегитесь. Ну, это скорее голос бабушки.
Поросенок готов практически. Все, мы его вынимаем. Он должен, естественно, немножечко остыть. Мне кажется, поросенок не совсем готов. Теперь я боюсь заглядывать под одеяло. И настроение поднимается. Эй, Дисней, возьмите Хасбулу в новые «Звездные войны». Он идеально туда вписывается. Спасибо, я, пожалуй, буду застегивать штаны по старинке. Какую-то сеть сосиску. Если вы нечаянно просунули через крышку, никак. А вот и есть вариант. Надо сделать вот так. Вот и все. Спасибо, Владимир Ильич. Теперь я знаю, как вытащить сосиску. Мужик собирается убрать змею с дороги. В итоге убрался сам. Это первый случай, когда змея убила человека, не укусив его. Я думаю, это любовь с первого взгляда. У каждого свои музыкальные вкусы. А вам какая музыка нравится? Пишите в комментариях. Черный юмор. Безвыходных ситуаций не бывает. Я не люблю подобные аттракционы. Она потеряла сознание. Блин. Ох, не думаю, что она еще раз прокатится на этом аттракционе. Ах, вот как толстожопые коты скатываются с лестницы. И настроение поднимается. Муж закрыл глаза жене и попросил ее пролезть рукой в какое-то липкое место. Он снял повязку. И теперь она думает, что побывала в жопе у ослика. Он еще удивляется, почему она подала на развод. И это, дорогие друзья, все видосики на сегодня. Мы с вами большие молодцы, потому что сегодня мы подняли настроение. Увидимся совсем скоро. А это видосик напоследок. Кисик,